сегодня такой вот у нас на обзоре? Мангальчик, как вы видите, с подставочкой. Расскажу опять по цене. Ну, цена, как обычно, на сегодняшний день. Там, если кто интересен, на сайт смотреть. Мангал вообще у меня, к слову скажу, очень много. Сегодня вот такая вот версия, да. Мангал мы любим делать. Многие с крышей. Большие, дорогие, дешевые. Для себя, для знакомых, для дома, для дачи, работы. Много всяких разных. Ну, сегодня вот такая конструкция. У меня были, если опять схожие, но вот такой прям вот конкретно не было. Даже одному, даже вдвоем тяжело ворочать. Если приварить в такой еще подставке, вы ее вообще не свернете. То есть сегодня она такая съемная, потому что были у меня несъемные заказы. Я, наверное, перестал их уже делать, уже не помню, когда я делал. То есть жаровня с подставкой вместе. Ну, сам вот каркас, как вы видите, с 40-го уголка. Вот так я тут, допустим, вырезал. Я думаю, что объяснять всем не надо. Вот так вот. И я сюда ставил небольшой люфтец, чтобы там по сантиметру был, я думаю, понятно, свободно тут и удобнее был ставить. Да, здесь вот такие вот зазорчики специально, естественно, оставлены. Вот, видите? Вот так. Здесь еще можно сделать прорези, потому почему я не делал, потому что кто-то заказывал мне 5, кто 4, кто 6. Вот, я в основном 6 сам делаю, но вдруг какой-нибудь придет, а я хочу, бывает такие, не буду брать, хочу. Поэтому всегда я могу нарезать, я сразу говорю, к слову, можно там, кто хочет треугольником, кто прямыми линиями. На других мангалах, я говорю, смотрите, репортажей много, да, то есть что посмотреть. Ну, швы вполне этого достаточно, главное хорошо проварить, чтобы металл у вас, как говорится, плавился, потому что все-таки шестерка. Ну, швы почему такие, варю, вот, и варю с двух сторон. И поэтому проваривать надо с запасом прочности. Бывает вот еще листочки и завиточки, концы, я обрабатываю тоже 900 градусной золотой краской, смотрится офигенно вообще. То есть есть у меня такой мангал, смотрите, очень красиво, он сразу смотрится дороже, когда вы его типа запатинируете, тоже рекомендую. Внизу место под дрова, под кастрюли, можно тут еще, конечно, делать в какие-то специальные, чтобы кастрюль здесь ставилась. Я такие тоже делал. Но это все начинает набегать на цене. Да, какая цена, потому что одна жаровня, за нее надо, блин, пятак просить, да, или там, или 4000. И под такую конструкцию, под такой стол тоже, там, 5-6. Поэтому я ее продаю сегодня 10 тысяч, дешевле я ее не отдам. Плюс еще тут краска 900-градусная, покрашена. Вроде виноград, а вроде он как бы еще усиление такое небольшое, что здесь, ну и там, естественно. Ну, труба здесь 20 на 20, посмотрите, здесь тоже и декоры, и усиление, здесь все связано, швы вот так все проварены, надежно. Так что я считаю, вполне довольно-таки прочный мангал, декоративный. Он будет не только у вас служить, я надеюсь, вам долгие годы, да, загадывать не будем сколько, но еще он будет у вас декоративный, украсит ваш участок непосредственно. Я думаю, вам будет приятно, вашим там знакомым находиться красиво. Допустим, так же, как скамейка бывает красиво. На ней не только может быть приятно, удобно сидеть, отдыхать, но еще будет наслаждаться эстетикой, если кто, конечно, это любит, понимает. Вот так. Спасибо всем за лайки, за просмотр. Кто не подписан, подписывайтесь, будет следить за новиночками, за обновлениями. Мангалов у меня, как всегда, много. Бывает, сейчас там еще один у меня уже стоит на готове. Надеюсь, сделаем репортаж. Я снял, еще склеить не склеил. Я стараюсь делать в основном прочные конструкции. Если у кого денег хватает, она чтобы была не только прочная и качественная, но еще чтобы она была и красивая, декоративная. Такой тоже у нас бывает, мангал у меня тоже бывает дорогие, да. Даже дороже 50 тысяч. Так что еще всем спасибо за просмотр, за лайки. До новых встреч. Смотрим еще фотки. И ждем новинок.